Над родимой Русью зазвенели гусли. Ой, вы люди, люди, свадьба, нынче будет свадьба. Смотрите, любуйтесь, он и она. Смотрите, любуйтесь, муж и жена. Князь Яков к нам сюда идет, княгиню Викторию ведет. Под единой фамилией Обрезковы встречайте! Вы, да вы, вы любите удивлять и экспериментировать? Ваш темперамент зашкаливает и внутри горит задорный огонек безудержного веселья? Тогда вам именно к нам. В фотосалоне «Рубль», находящемся в двух шагах от Дворца бракосочетания по адресу Коммунистов, 32, вас ждет свадебный обряд для молодоженов и их гостей в народном стиле. Да-да, вы не ослышались, именно в колоритном народном стиле. А как по-вашему, кто в их семье первый народится? Богатырь, как Яков, прожорливый, глядите, до сих пор проживать не может. Али красавица, такая, как наша Виктория. А как по-вашему, кто родится первый? В каждой стране есть свои свадебные традиции. Но для сердца русского человека нет ничего красивее, торжественнее, задорнее, чем свадьба, выдержанная в стиле родных, народных обычаев. Молодо, зелено, детей в капусте ищут. Свадебные традиции и обряды уходят корнями в глубокое прошлое. Отрадно, что народ помнит и чтит их. И неудивительно, что все чаще жених и невеста выбирают русскую свадьбу. Тёна, сказывай! Горох. Горох, молодец, Виктория! Наварила мужу кашу? Давай, все, что есть в печи, на стол мечи. Гости, пришедшие на обряд, смогут поучаствовать в забавах. По нынешнему в конкурсах, убедиться в хлебосоле и радушии хозяйки невесты, ее умение накормить мужа и гостей, сделать заказ на первенца молодоженов, помочь взрастить свадебное деревце с пожеланием молодым, отведать хозяйской каши и поплясать на мусоре, даже подоить корову, чтобы денежки у молодых водились. Только одно, что вот. Смотри-ка, сидишь ты дома, и все томится в печечке, и самовар скипел, и пироги готовы. О, окошечко просиживаешь, глаза не поглядываешь, а его все нет-нет. 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 И вдруг является сыт, пьян. Ага. Нос в табаке, помада вон, а гляньте на воротнике. Сказывай, молодая жена, что делать будешь? Скалкой бить? Нет. Дай-ка я тебе инструмент покажу один. Ой, жуткая. Вот вообще жуткая. Так что вот как вот затеешь его скалка-то бить, вспоминай, что ты любимая жена, а не ржавая пила. Не пили, не мучь супруга за различные дела. Ты жена ему подруга, а не ржавая пила. Веника! Вот так вот и аплодисменты понесну! В старину свадьбу играли. Сейчас ее скорее смотрят и редко когда принимает активное участие. В фотосалоне «Рубль» свадьбу играют. Ждем вас. Будет весело, событийно, незабываемо и интересно. Одним словом, не так, как у всех. Мой тост за то, чтоб голос не был глуши, чтоб не застыла в жилах кровь, не зачерствели ваши души. Мой тост, конечно, за любовь. За вас, ребята, за вашу любовь! Необычная фотозона в русском стиле с элементами старины сделает ваши свадебные фотографии удивительными и неповторимыми. Ух ты! Наш адрес: Череповец, Коммунистов, 32, фотосалон «Рубль».